сегодня. Из дома наконец-то. Да, зима, снег. Что-то столько пожарников. Вот тут 50. Это мы ищем где-нибудь парковку. На Таймс-сквер. Я проезжаю, может, Таймс-сквер. Прикинь, люди на втором этаже открытого этого туристического автобуса ездят. Ничего, классно, безопасно носить. Все, мы смогли припарковаться прямо на 5-е вино. Пройдем немножко, погуляем. Подошли к центральному парку. Такая красивая инсталляция. Это Ханука должна быть. То ли скоро, то ли уже. Нет, походу уже здесь лампочки не горят. Я сейчас. А, ты сама себя и так пиваешь? Да. Петро. Ну все, идем дальше. А тут полноценная зима. Ну, я кажется, еще не видел центральный парк. Снегу. Мы даже. Во льду. Да, это речка замерзшая. Не речка, а пруд. Подошли к платному катку в Централ-парке. По идее, тут должна быть аренда коньков. А если это своими, то это просто бесплатно. А вот это вот очередь. На каток. Вот туда, куда тут далеко-далеко уходит, я даже конца не вижу. Да, со стороны вот кажется так мило. Да. Все дорожки уже снегом позаметалось, тут фиг найдешь. Прикольно, по периметру пруда расставлены лестницы на случай, если кто-то упадет в пруд, там провалится. Да. Вот. Спасать их. Вон там вон нора, откуда только что крыса вылазила. Пробежалась, он следы ее.
посмотрела на меня и такая, не-не-не, пойду. Ты куда лезешь? Ну, он прям похрустывает. Так, проверил. Ну, вроде да, прочно. Я даже слышала, что он какой-то мягкий, что ли, казалось. Не, он тут около края там. Все, прогулялись по центру парку, пойдем дальше. Все бы ничего, но очки запотевают жестоко. А это вроде тот отель с один дома. Около центра парка. Интересно, это новогодний витрин. Я даже что-то накрутила, но, наверное, уже все спало. Акстер говорит, что сегодня не будет еще шоу, чтобы люди не толпились. Empire State Building светится, как людей нет. Там что, типа драгоценная стена, эта улица тут должен продаваться в основном. Брайант парк. И все тут как-то не видно елки. Наверное, каток все-таки на месте. Да, походу он в центре. Ну, он там всегда где-то. Вот, а елки-то большой не видно. Тут маленькая трое елочки. Да, и ярмарка есть. Удивительно. Wait, what are you doing? That's the line to be out. Oh! Just checking. Just checking.
обратно мы решили пойти не по 5-й авеню, а по 6-й, чтобы поменьше людей было. А то и так как-то стрёмно все очень. О, кстати, видит. Ну да, даже видно на камере. А там Таймс-сквер. Местное творчество. Или просто что-то продают. Выскажи все, что ты хочешь высказать. Пока здание пустует, кто-то добавил сердечки. Почти дошли до машины. Типичный Нью-Йорк. С... Подожди, откуда? Даже трубы не добавили. Как так можно? С обеих сторон. Как будто съемки фильма. Да-да. Красный не видишь? У них в Индии видно на красный проезжают. Сейчас подходим к 5-й авеню. Вот наша коночка запаркована. Будем пытаться выезжать. Нормально, думаю, интересно. Так, никаких бумажек нету, зашибись. Все. Дают нам регулировщики повернуть налево, чтобы поедем через Центральный парк, но мы поперекрывали. А так вообще, ну я не знаю, у меня ноги замерзли конкретно. Хорошо так погуляли. Центральному парку не ездили, да? Take the Lincoln Tunnel ramp, then merge onto New York. Deep zone.